У берегов Японии произошло сильное землетрясение. Эпицентр находился в 44 километров к юго-востоку от города Исиномаки на острове Хонсю. Угроза цунами не объявлялась. Землетрясение магнитудой 5.7 произошло у побережья японского острова Хонсю. Об этом сообщает геологическая служба США в четверг, 25 октября. Эпицентр землетрясения находился в 44 километров к юго-востоку от города Исиномаки, префектура Мэги. Очаг происшествия находился на глубине 43 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась. Напомним, 22 октября землетрясение магнитудой 4.5 произошло возле японского острова Хоккайдо. В сентябре в побережье Японии произошло землетрясение магнитудой 5.6. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.